Всем привет, ребята! Сегодня я вам хочу показать такое видео, как бесплатно накрутить просмотры подписчиков и там лайки ВК, Инстаграм, Твиттер, там все. Вот, то есть, что нам нужно сделать? Для того, чтобы, то есть, нам накрутить просмотры, да, подписчиков, то есть, мы... То есть, выполняем задание, да, то есть, сначала мы, то есть, зарегистрируемся на этом сайте SmoothFast, да, я ссылочку оставлю в описании. Регистрация простая, так что я не буду на этом зацикливаться. То есть, нам нужно зарабатывать виртуальные монеты, да, то есть, подписываясь на канал чьи-нибудь. Вот. Лучше создать, то есть, новый аккаунт, да, но я подписываюсь старым, Димонди. Вот моем. Давайте, ребят, я на своем этом канале просто накручу, чтобы вам показать, да? Вот, только не надо говорить, что типа я там накручиваю, я делаю это первый раз только специально, ну, для вас. То есть мы подписываемся на каналы. Так. И закрываем, то есть потом, да? Сейчас я подпишусь на всю эту страницу. Наберу этих кредитов. А, еще при регистрации он дает сразу 100 кредитов. Ну, сейчас покажу. А, ребят, забыл сказать, то есть, да, то есть, еще не надо писать в комментариях, то есть, некоторые подписчики могут от вас просто-напросто отписаться, да, я в этом не виноват, то есть, вот, но обычно они не отписываются, но есть такие люди, подписчика 3-4, ну, максимум 10 от вас могут отписаться, да. Но это бывает очень редко, но могут, да? Вот, значит, сейчас я накоплю этих кредитов, включу. Ну вот, ребят, после того, как вы заработали монеты, мы нажимаем кнопочку «Добавить задание». Вот здесь вот, сейчас, чтобы вам было видно. Так, вот так, да. Все. Надеюсь, вам видно мой курсор. То есть, вот, мы нажали «Добавить задание», да. Вот здесь вот выбираем YouTube подписчики. Да, ну или просмотры, лайки, там, неважно. Вот, ну, то есть, для того... Еще, ребят, забыл сказать, я почитал в интернете, если, то есть, вы выбираете, например, YouTube лайки, да, то вам тогда... зачисляются одновременные просмотры и лайки, да? Вот, ну давайте, наверное, накручу подписчиков, покажу вам. А хотя нет, давайте я не буду лучше. Лучше YouTube лайки, потому что подписчики, ребят, тут отписываются, вот, серьезно, да? Вот дальше, выбираем. Там. Мое. Сейчас, видео, да, например. Ну или можем видео друга там, да, можем дизлайки другу наставить, накрутить. Вот. Заходим. Сейчас, ребята, не интернет. Так, вот, ребята, мы зашли, значит. И вот и мое видео сейчас у меня прогрузится. То есть прохождение Minecraft часть 2. Я поставил специально закрытый доступ, посмотрел 3 раза. Сейчас открыл доступ, да. Ну, смешно же за 13 часов. Набрать всего 3 просмотра, да? Вот, с моими 6, 10, 4 подписчиками. Включаем, значит, сейчас включу видео. Так. Так, ну вот, ребят, значит, что нам нужно сделать? Зайти, то есть, на свое видео. Вот нажать на эту строчку, да? Нет, не нажимать, но копировать пока. То есть, смотрите, что мы делаем. Мы выделяем вот это вот все до вот этого HTT, двоеточие, слэш, 2 слэша, да. То есть, выделяем это www, YouTube, там, да. Так, все. Копируем это. Интернет. Вот, копируем. И, значит... так, сейчас я рамку сделаю. Так. И
Вставляем, значит, вот сюда, вот. Вот, в эту строку, то есть. Так, вставить. Ой, вот видите, я вот как вставил. Ну, можете вот это вот убрать, да, вот. Название, то есть копируем название. Все, ребят, мы то есть вбили название, да, и нажимаем кнопочку «Добавить задание». Добавляем. И все. И дальше я включу видео, когда у нас накрутятся просмотры и лайки. Ребят, у меня, короче, тут проблемы с интернетом, так что все накручивается. Я проверял на своем старом аккаунте, накручивал там все аж 1000 просмотров, даже больше. Вот, не на своем, вот этом Диманди, ну ладно. Ну а всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, с вами был Диманди. Всем спасибо, всем пока.